Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, сразу зайдем в схватки, в события, посмотрим. Битва за выживание, монстры биокупола, только для травоядных, и землетрясение у нас есть. Окей. Битва за выживание, тут чисто за хавчик, да? Мы должны бороться. Не особо мне что-то хочется. Так, монстры биокупола, а вот это что у нас? Слушай, ну, награды, в принципе, норм. Только для травоядных. А против кого мы будем драться, если... Против... Ага. Травоядные против травоядных? Серьезно? Слушай-ка, ну-ка, награды. Давай попробуем. Давай попробуем здесь подраться. Значит, нам дают анкилодока. Против него я, наверное, поставлю... Можно Афиокамима взять. Давай-ка попробуем. У нас у Афиокамима именно по атаке мы выигрываем здесь. Атака немножко сильнее, чем у Анкилодока. Буквально на сотку. Сотку даже 160 где-то так. 150. Давай попробуем сделать вот так. Ах ты жук. Неужели уничтожил, ребята? Прикинь, переплюнул мою стратегию, все-таки схитрил и, ребята, забомбил. Ладно, моя первая неудачная попытка. Давай теперь попробуем вот так вот. Через терезинозавра. Я, по крайней мере, понял, что он будет делать и как он будет делать. Угу. Так, он потом сделает все четыре атаки, да? Но тут-то у нас не пробьет. А, он взял защиту, смотри-ка. Угу. Раз, два, три, четыре. Сделаем вот так вот. Да ладно, неужели сейчас будет шесть атак делать? Ребята, что-то он меня дурит. Я даже не знаю, что делать. Уинозавр. Ну давай, здесь уже точно, ребята, никаких, блин, этих оплошностей делать мы не будем. Две атаки уже. Два поединка уже сфейлил ему, а? Посмотри. А ну-ка я рискну. Готов, да? Блин, две хпшки осталось-то всего лишь. Я все равно буду атаковать. Все, до свидания. Наконец-то у меня получилось пробить этого анкилодока. Но два поединка до этого, ребята, сфейлил. Так, давай двигаться дальше. Суперзавр против лабиринтозавра. Точнее, суперзавр и лабиринтозавр против меня. Здесь мы выберем следующее. Так, шунозавр, в принципе, пригодится. И аморгозавр, кстати, тоже будет очень даже неплохо, мне кажется, здесь смотреться в нашей команде. 816 хп, как ты видишь, поэтому давай начнем с дополнительных очков, естественно. Так, он ничего не стал делать. Раз, два, вот так вот. Даже если он рискнет мне атаковать, это ему не поможет. Он, как ты видишь, не стал. 816 хп у тебя, да? До свидания. Так, у него 6 очков действий. Сколько ему нужно потратить? Ну, как минимум 4 очка действий точно. 5! Ну, аморгозавр, теперь твоя очередь. Я думаю, что у тебя получится его... забомбить. На тебе. Лабиринтозавр падает навзничь. Слушай, ну прекрасно. Что я могу еще сказать по этому поводу? Очень даже хорошо. Так, следующий поединок у нас. Предпоследний. Залмаксес, Сегнозавр и Пахицератопс. Ну тут, что я могу предложить?
взять вот так, потом попробовать, наверное, вот так и вот так. В принципе, если у нас тут идет бой на равных, ну, травоядных против травоядных, в принципе, нечего бояться здесь. Тэ, Залмаксес вообще, ребята, ватник у нас. Ну как ватник? С ударом мы его, конечно, не завалим, но мы ему оставили бы всего лишь 2 хпшки. Сейчас посмотрим, он будет меняться или нет. Он атакует. Вот это, конечно, супер борзость. Это, ребята, было вообще супер борзость с его стороны. Иди отсюда. Сегнозавр. Я так и понял, что ты испугаешься. До свидания. И остается Пахицератопс. Ну давай, Пахицератопс, что ты там сейчас будешь придумывать? Все 4 сливает. Ну, в принципе, для меня это даже неплохо. Потому что сейчас он остался без защиты. Нам нужно только его пробить. Бамс. И мы переходим на последний поединок. По 50 ДНК всего лишь зарабатываем. Так, стегозавр, да? Ну, я думаю, здесь вот так сделать. Отлично. Всех травоядников с тобой потратили. Ну, а что я могу сделать, если такое вот событие? 225 к атаке. Ребята, он у нас просто замучится. Моего апатозавра он замучится пробивать. 3330 хп. Как тебе такой расклад? Это просто жирная, очень жирная машина получается у нас. Слушай, что-то он там копит куда-то. Что-то все копит, копит, не знаю. Давай попробуем прошить его. Неудачно, конечно, получилось. Но и нам он тоже ничего не сделает. Все, он все слил. Поэтому нам надо сделать одну атаку. Раз, два, раз, два, три. Оу, щит. Что-то я не посмотрел. Даже что он взял все-таки защиту себе. Одну. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Да ты серьезно, что ли, издеваешься надо мной, блин, а? Блин, у меня все в холостую ходит. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Слушай, ребят, он, по-моему, издевается надо мной. Я беру 3 атаки, он берет 3 защиты. Я беру 2, он берет 2. Да нет, не получилось ему пробить меня. Все, ребят, сейчас я его ушатываю. Достал он уже в корень. Так, следующий у нас Паразауролов. 246 к атаке. Ну, я думаю, здесь мы сделаем проще. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Все. Вырубаем. И Уйнаринг. Ну, конечно, он тут добьет нас, понятное дело. Он все сливает еще при этом. Большущую ошибку он сделал. Ну что, Накилодок, давай, он весь твой. Расправляйся с ним. Без проблем, да? Без проблем получилось. Ну что, друзья, мы прошли это событие. Сейчас посмотрим, что у нас там по наградам. Что нам выпадет? Суперзавр. Ну, что ты еще мог ожидать? Что тебе дадут какой-то супер подарок? Так, здесь еще заберем награды. Ваши призы. Деньги, да? Ну и тут тоже в основном монеты. Спасибо. Так, забираем тут. Набор карточек открыли. Рекламу посмотрели. Здесь участие приняли. Ну что, ты у нас там созрел, Анкилодок? Нет. Говорит, я еще буду здесь сидеть.
и тренироваться. Ладно, пускай тренируется. А здесь у нас ничего и нету. Почему я сюда... Так, подожди-ка, нам нужно будет сделать три же ускорения, да? Давай тогда быстренько сейчас сделаем это. Поместить. Оп, на ДНК его распетрушили. Пеликани мимо этого. Так, этого тоже. И последний. И задание сделали. Так, теперь у нас идет... Еду мы потратим, совершить сделки. Вот сделки я хотел. 11 долларов на одну карточку. Да идите вы. Очки доверия на бистро. Нет уж. На 5 карт статуй. Архиотерии на очки доверия. Вот давай, архиотерии я поменяю. Так, заряд адреналина дает 1 очку действия за каждое павшее существо. Фигня какая-то полная. 8 карт на доллары поменяем. Так, а что нам еще-то тут предлагают? 5 миллионов монет на очки доверия. Ладно. Все, сделали мы здесь сделку. Собрать моды. Так, ну, моды, пойдем. Как раз мы с тобой сделаем два задания. В плане еды. Ну и в плане, естественно, еще то, что найдем моды. Увеличит показатели атаки существ на 100. Так, здесь нам выпадет пут и не дает команде противника проводить замену. И последнее, что нам здесь выпадет, повышает показатель опять же на 10%. Все, два задания сразу же сделали. Так, и награду заработали. 65 очков доверий. Кстати, ребята, скоро будет 10 тысяч очков доверия, поэтому сможем что-нибудь приобрести. Ладно, одно событие мы... Да что ж тут забрать-то? А что я забрать-то могу? Тут ничего нету. А моргает забрать. Не всегда удивляло. Ничего нету, а он показывает, типа, забери. Так, стегоцефал, нет. Что же я хотел-то? Ютораптор, не то. Что-то хотел на прокачку поставить и забыл, друзья мои. Что, докозавра? Нет, не докозавра. Ладно, может быть, еще вспомним. Так, дальше у нас идут по заданиям. Что? Битва за выживание, монстры биокупола. Что за монстр биокупола? А, это чисто у нас по животным. Кайнозойка, да? Ну, в принципе, можно, наверное, подраться, повоевать. Так, олень, 29 уровень. Против него можно поставить кого? Рематерия. Или же Паноктуса. Против Мегистотерия можно взять... Келлинкина. И против Смилодона нам опять же придется взять. Ну давай Рематерия возьмем. Хотя можно было бы оставить одного по Ноктуса, он бы, я думаю, справился здесь. Но чтобы не рисковать, возьмем себе прикрытие. Сейчас будем смотреть. Монстры биокупола. Ну что, он меняется на Мегистотерия. Меняется, еще при этом сделал атаку. Окей. Как скажешь, парень. Раз, два, до свидания. Ну, тут, конечно, ребята, гигантский олень сейчас нас уничтожит. Ну, Паноктус уничтожит, наверное, гигантского оленя. Раз, два. До свидания. И Смилодон не поможет. И у него вообще 190 к атаке. Он просто замучится пробивать мне моего Паноктуса. А вот мы его-то как раз, да, пробьем. Слушай, ну прекрасно.
Правда, там 4 поединка, он настолько первую прошел. Так, Энтеларакас, Энтеладон и Дипротодон. Ну, слушай, здесь, кстати, даже... Если я возьму Смелодона... И... Даже не так лучше сделать, наверное. Синтетоцерас плюс шерстистый носорог. А против Дипротодона... Блин, а он же слабый будет. Ладно. Он слабый, против него очень маленькая атака. Против этих хладнокровных. Он, наверное, сейчас поменяется на Дипротодона. Ну, конечно же поменяется. И атакует. Мы делаем следующее, мы меняемся. И делаем вот так. Он опять пойдет меняться. И атакует, да? Слушай, атаковать не стал. Раз, два, три. Ну, попробуем так. Есть. Вырубил. Опять выходит Дипротодон. Две атаки будет сливать. По-любому. Две атаки слил, два очка 10 он себе оставил. Вот куда он там их поставил? На броню себе? Даже не знаю, наверное, сделать... Нам надо вот так, скорее всего. Пять очков действий. Угу. Решил с козырей пойти, да, значит? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Вырубили. Слушай, ну 2 очка 10 он взял себе здесь. Блин, он сейчас нас ушатает, ребят. А, у него 4, тогда нет. Тогда нет, ребят, не получится у него. А вот получится ли у меня его пробить? О, нет, нет, ребята. Ох, ёк-макарёк. Фу, я думал, что мы сфейлимся. А оказывается, 3 атаки хватило, чтобы его пробить. Я думал, мне не хватит чуть-чуть. Хм, нормально. Мегатерий, Эриматерий. Блин, офигеть, Мегатерий, Эриматерий и Эндрикоцер тут всякие лазят. Ладно, против этого мы возьмем Телокосмила. А вот против этих... Слушай, я даже не Телокосмил, я вот так вот сделаю. Блин, слабо будет так. Все-таки надо брать этого. Ну что, Гасторниса возьму и... Блин, Дрикотерия. Ну тут надо брать Уртинотериума тогда уж. Поехали. Почти, ребят, почти с одной плюшки можно было бы его вырубить. Ладно. Понятное дело, что меняется, понятно. Так, Гасторниса, выходи. Что ты там крякаешь? Он будет сейчас опять меняться, да? Ну, поменялся, довольный. Раз, два, три. Я думаю, этого будет достаточно. На тебе. А значит, остальные очки он передает вот на них. 4 очка действия. Ну, понятно, вырубил здесь. Давай, Гасторнис. Раз, два, три. Отлично. Пробивной прошел. И опять же Эриматерий. Тупо пропустил ход, парень, да? Ладно, дело твое.
Все. И остается нам последний, ребят, поединок отыграть. И все будет в ажуре. И все будет в ажуре. Так, Динотерий. Против него. Паноктус, ты сколько точно откат? 75 баксов, да? Возьмем. Карбонемис, нифига себе. Карбонемис. Ну, против Карбонемиса я даже не знаю. Тут. Ага. 1345. Это черепаха, да? Да, это, ребят, черепаха какая-то. 77. Блин, не хватает. 40. Возьмем тогда вот так вот. И Энтеларакас против него. А против него мы как раз возьмем мамонта. Отлично. Должны здесь победить мы. Но если мы проиграем, то все, ребят, события я фиг пройду. Такой, блин, лохмандей. Такой волосатик вышел тут. Ну, понятное дело, что он будет меняться, наверное. Конечно же. Конечно же, он будет меняться. Так, мы его сможем вырубить? 304, да, мы его вырубим. Иди отсюда. О, Карбонемис, нифига себе. Ну, смотрится прикольно, такая черепаха. Я немножко удивлен, что она присутствует в боях. Ну, да. Сможем ее бомбануть? Ну, почти. Почти смогли. Ну, выглядит прикольно. Дай-ка еще разочек сейчас бомбануть. Блин. Меняется, да? Ай-яй-яй, вот это вот неприятно. Это для меня, ребят, очень неприятно. Поехали. Так, вырубили мы этого Динотерия. Атакуй давай. Воу! Пробил, а? Ты посмотри. Ну что, Паноктус, давай его. Вы почти оба эти, как черепахи. Только мы оказались крепче. Да, вырубил, конечно. Блин, тут колесо призов. Я думал, нам дадут чисто награду, а тут, видишь, крутить надо было. Ну, конечно же, нет, что Фарарака слишком дают мне. Хитрые жуки, а. А, это Канайзойку мы прошли с тобой. Так, использовать водное и на арене еще нужно. Блин, я кого-то должен, ребята, здесь обязательно поставить. Чтобы место не простаивало. Так, Мауязавра. Ну, давай поставим его. Что еще тут можно влепить? Псифодерма. Тринохромирум. Элосмозавр пускай будет. Значит, теперь ПВПшку надо водную. Подожди, не понял, что? Тихо, подожди. А землетрясение? Доступно землетрясение нам? Ну да, доступно. Че я? Ох ты, через надо. Значит, Дракорекс тут один, да, будет? Ну с Дракорексом-то что нам тут, ребят? Его даже вот этот вот, Алангозавр. Птерозавры, вот в чем фишка. То есть мы можем, ну да, птерозаврами. Эх ты, жук ты этакий. Три... Ну, давай так сделаем, фиг с ним.
341 к атаке, да? Ага, бомбить не стал. Так, меняемся. Выжидаем. Блин, 4 ребята битвы здесь. Я даже не знаю. Все сливает. Он слил все. Так, ну что, друзья, теперь нам надо атаковать его. До свидания, Даркрекс. Отлично, ну первый бой за нами, но он здесь был один, а дальше-то их будет там два, потом три. Стегоцератопс и Пеликанимим. Ну давай смотреть. Например, раз, два. Я же могу взять Алангозавра? Я, по-моему, могу, да. Два Птерозавра нужно брать. Получается, два Птерозавра. Ну, давай возьмем одного хищника. Хищником будет у нас выступать Алангозавр. А здесь можно взять два самых простых. Например, вот так вот сделать, все. Давай, попробуем. Деваться-то некуда пареньку. Вот приходится, ребята, ему тут хвостиком махать. Раз-два. Готов. Так, Пеликанимим. 115 к атаке, 733 хп. То есть вообще ни о чем. Все, мы его уничтожили. А вот дальше, скорее всего, нам скажут: парень, давай-ка мне трех птерозавров. Скорее всего, так и будет. Да, три птерозавра. Ё-моё. Опачки. Сонорозавр. 970 хп. По атаке не так силен, но все равно, ребята, для меня по атаке не так силен. Это очень силен, получается. Ах, что же сделать? Ну давай, раз. Блин, вот сфейлюсь я тут. Раз, два, три. Только нам надо немножко поменять. Так, так. И вот так. Ох, сейчас будет жесть. Саразар, 970 хп, ребят. Я замучусь его пробивать. Эх, как лапой своей звезданул по нам. Еще таких две атаки и... И нам крышка будет. Как будто знал, да? Сколько нужно влупить. Раз, два. Давай так попробуем. Этого мы вырубили. Так, дальше идет Афекамим. Нифига у него там 444. Ну тут надо его шваркать. Твою дивизию. Уничтожить, да? Так, одну очку действия он себе оставил на запас. Одну очку действия. Раз, два. Раз, два. Раз. Попробуем так сделать. Да что ты будешь делать? 339. К атаке.
Ой, ребят, я даже не знаю. Ну, если мы попробуем... Я, короче, попробую атаковать. Есть! О, да, ребята. О, да, я его пропечатал. Птеродондончик, красавчик-то мой. Принес нам победу. Но это еще не конец. Еще будет один бой. Хм. А в чем прикол? Вроде не очень мощные такие эти... Ну как не очень мощные? Мощноватые, но не настолько, насколько можно было бы. Эдмонтозавр. Такое звучание неплохое, да, ребят? Вот зря вот он это сделал. Я ведь не прощу. Я ведь не прощу, я буду атаковать. Одной плюшки достаточно, чтобы его вырубить. И Дейна Хейр. У этого уже существенно, ребята, атака 519. Но он, видишь, ничего не стал делать. Поэтому бомбим. Опа. Ну что, ребята, гарантированная победа за нами. И мы получаем... Как его там звать-то? Терезинозавра, да. Вот это я понимаю. А если не ошибаюсь, терезинозавра можно будет еще... Опа. Оу. Теперь, ребята, он на постоянной основе у нас. Терезинозавр будет. Прикинь. Или как, или не на, не на постоянной. Где он у нас, вот он. 25, да. Пускай выводится. У нас же есть, по-моему, один, но он не прокачанный был. Терезинозавр. Теперь мы сможем его прокачать. Ну что, 10 тысяч есть. Ребят, ну что, чистое золото. Ох ты, ох ты. Артакончик, слушай, по-моему. Сейчас я кое-что гляну. Артакон у нас, по-моему, есть один. Ну, я имею в виду, они у нас есть, но я имею в виду не прокачанный. Да. То есть мы сделаем из него 30-й, прикинь. Вот это я понимаю. Будет у нас 30... Сколько? 594... Откуда я столько баксов-то нахапал? Откуда мне столько долларов-то прилетело, ребят? Я что-то где-то пропустил? А, мы же... Все, за чистое золото, да? Выпало нам. Ну вот, совсем другое дело. Значит, я еще и смогу здесь сделать. Так... Стоп, а чё? Все? Нет, не все. Уже напугали меня, я думал, что все, ребят, территорию больше не смогу. Но, по-моему, это последнее расширение. Больше все, нельзя будет. Так, вроде бы здесь все. Монетки только соберем. Допустим. Так, события. Ну, события только два. Подожди-ка, вот это вот что у нас? О, давай-ка мы, наверное, здесь попробуем еще. Получится, как думаешь? Значит, Ютараптор. Против него я возьму Лимносцелиса. И Пеликанимим. Можно взять Манингозавра. Поделимся за харчик. Ну и что ты там сделаешь? Меняется, понятное дело. Жим-жим, как говорится, да, парень? Жим-жим. Ну давай. Пеликанимим. Выпендривайся. Понятное дело, сразу же в кустике побежал. Ну что, пора, наверное, с ним заканчивать, я думаю. С одной плюхи вылетел. Да и тебя, кстати, тоже сейчас это коснется. Может тут даже не выпендриваться. Вот и все. Вот и доигрался на скрипочке. Лимносцелис наш победил. Так.
Дальше у нас что там? Ну, следующую битву дадите мне. Я, наверное, возьму Вуанлунь и... Блин, а кого взять-то? Твою же дивизию. Давай сделаем вот так, наверное. У нас 40-й уровень, у него 39-й. Ну, ты не забываешь, он может поменяться в любую секунду. Меняется, он уже меняется, ребят. Большую он сделал ошибку, я тебе скажу. Блин, 94 к атаке у него. Не побоялся же, а? Раз, два, три. Раз, два. Неужели три атаки сделает? Ты посмотри, а, что делает буржуй. Шестьдесят и шестьдесят. 120, да, хватает. Все. Я уже что-то немножко, ребята, труханул, думал, сейчас завалит. Но все у нас получилось. И последний поединок. Сделаем так и вот так. Чи, с одной плюх сейчас вылетит, чувак. Заклюем. Ну давай, Колоболинг, выходи, там у тебя 91 к атаке. Что ты против меня сделаешь со своим иракезом? Да ничего, конечно, не сделает. Понты свои дешевые тут покидает и все. Вот как надо бомбить. Ну все, все, пеликан, нормально. Нормально похвастался, попрыгал. Задницу свою покрутил. Набор еды. Тейнс, 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 тейнс. Замечательно. Так, забираем здесь награду. И здесь. Так, а что у нас там по ежедневкам-то? Примите ПВП, так, в сражение. И... Ага, водную мы еще не сделали. Пойдем сделаем водную, вызов. Раз, два, три. Эх, гигантский артакон скоро станет 30-м уровнем. Вот это будет круто. Это будет самый сильный из водных динозавров, ребят. У нас 30-го уровня. Тем более, не забывай, что это Лего. Так, ну что там, стиксозавр? Ну что, замер-то, парень? Меняется. Леосихтодон. Нормально так прописывает еще. Ну давай. Рискну. Ну, хп-то у него, конечно, там дофигища, ты смотри. 1356. Меняться будет или нет? Меняется. Оу! Йох! Ну, это, конечно, да, ребят. Это, конечно, жесть была. По-моему, я тут проиграю. Да, он сейчас три атаки пропишет, меня вырубит. Ну, не задалась команда против меня. Слишком мощно ребята подобралась, поэтому...
Поэтому я и сфейлился. Ну, а Генондус, понятное дело, пробить уже не сможет. Так, ладно, я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков этого. Хотя, ты знаешь, еще не факт, что мы проиграем. Все зависит от того, что он сейчас будет делать. Атакует. Проверочка. Все, до свидания. Как же оно хорошо, ребят, когда побеждаешь. Молодец, Генондус. Не подкачал ты нас. Все сделал как надо. Приз эксперта. Что мне тут дадут? Понятно. Такая реклама же еще будет, да, по-моему? Давай еще разок крутанем. И забираем. Не, ну лучше бы тогда доказавра мне дали бы. Так, примите участие в ПВП-сражениях. Ну, канайзуйку нам уже никак не сыграть, потому что там все разыграно, что можно и нельзя. Единственное, что я могу вот так вот предложить. Это будет только второй поединок, и нам надо будет еще третий сделать. И тогда мы с тобой ежедневки все заберем. Так, 31, 39 и 20 уровень, блин. Ну, допустим, этого-то банана Гномиус этого вырубит сразу же. Кайвеке, что у нас там? Ох, 821 к атаке. Ё-моё. Ну, достаточно одну атаку сделать. Ну давай не тормози. Блин. А этот будет сильнее против нас, да, получается? Давай сделаю вот так вот. Просто мне интересно, будет он меняться или нет. По идее, должен. Да, он меняется. Ё-моё, 800 к атаке. 800 к атаке. Семьсот и 700. Слушай, нам, наверное, хватит. Должно хватить. Бэмс. И, опять же, Кайвеке. Но две атаки ему придется потратить. Тут как ни крути. Одну он оставляет себе, но у нас, видишь, на телозавре не очень много хп. И атака у нас чуть меньше, но... Одну он оставил себе. Ладно, пробиваем мы его, короче. Пробиваем эту защиту и все, что у него там есть. Замечательно. Такой губастый. Генондус. Приз эксперта. Итак, вот 500 бы баксов лучше бы дали бы. Это было бы куда вкуснее. Так, и еще раз крутим. Ну, бакулита бы дал, либо что-либо. Тогда уж. Нам нужно еще, как ни странно, один бой сделать. Артакантуса возьму. Рамалиозавра и Нет, не Зуходус. Ну, давай Плезиозавра. Команда, конечно, не ахти. Когда-то мы Рамалиозавром и Артакантусом врагов наших рвали. Ага. Вот так вот, да, значит, ладно. Блин, вот этот вот жесткий типок. Я же говорил, жесткий. Так, кто у него еще и здоровье-то, ё-моё.
Ну давай так попробуем. Интересно, вот если он сейчас рискнет, ребята, две атаки сделает, то... Не стал. А у меня, ребята, особого варианта нету. К сожалению. Придется так делать. Еще и вырубил. Вот это по красоте, ребята. Самого злейшего врага вырубил. Ха-ха. Мауязавр. Ну давай, сливай тут. Не знаю, 4 атаки, наверное, тебе надо. Хлоп. Так, одну атаку он себе... Ну как, одну очку здесь он себе ставил. То есть мне достаточно двух, да? Раз-два, раз-два. Опачки. Ну давай последнюю. Анхоприсис, блин. А я тут что-то как он там называется? Гелиокоптер. Короче, все, у него тут 41 хп, атака. Ему тяжело против меня, очень, ребята, будет. Давай, Ромалезавр, гаси. Анхопристис упал замертво. Блин, он мне напоминает, знаешь, чем-то этого. Я уже говорил, как он там называется. Твоя налево все из головы повлетало. Тюленя, конечно же, тюленя. Но... Так, давай что-нибудь путевое. Да ладно, только еда и деньги, еда и деньги. Все, больше ничего не падает. Но зато я выполнил все, ребята, задания. Открываем. Отлично, неплохо, прекрасно. И 95 очков доверий. Ну что, ребята, вот как-то так. Понравились мы сегодня неплохо. Причем здесь вот написано событие 1, но я не вижу, ребят, никакого события открытого нету. Это вот закрыто еще. Странно. Ну что, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.